Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Crysis 3. Мы находимся в Нью-Йорке, как ни странно. Нам нужно достигнуть Северного депо, и здесь мы нашли следы пребывания сефов, то есть сотрудники организации СЭЛ, которые охотятся на нас, порублены в клочья, и теперь мы встретимся с тем, кто это сделал, я так понимаю. С нами псих, как обычно, наш верный напарник. Еще в первой части было видно, что прозвище ему дали не зря, потому что он вообще без тормозов. Но здесь, когда у него отобрали его мега-костюм, он вообще как будто потерявшийся. Рассредоточиться! Из травы! Быстро! Так, сможем открыть, нет? Понятно. Все плохо. Так, ну что? Нужно быть осторожным. Это вообще круто. Так, давайте привлечем его внимание. Привлекли. Отлично. Это было криво. Так, хорошо. Мы по-прежнему здесь. Или ушло? Я слышу. Я не могу их опознать. Меня видит, нет? Так, это печально. И ничего не вижу. Почему я не могу тебя отметить? Ты посмотри какой. Готов. Ох, неприятный тварь. Я видел. Да, я знаю. Охотники. Можешь не говорить. Это не по плану. Так сталкеры или охотники? Но у нас все резко осложнилось. В траве с ними драться, это, конечно, довольно печально. Но я думаю, справимся. Главное, огневую мощь восполнить, потому что патроны у нас заканчиваются. Еще на одного только противника. С луком против них, я так понимаю, много не навоюешь. Не знаю, попробую. Так, что здесь? В предыдущей части, насколько я помню, к ним нужно было подходить, чтобы с них наниты собирать. Цефы, которых я видел, действовали нескоординированно, хаотично, безо всякой стратегии. Как я и сказал, просто бродяги, вылезшие из нор, потому что мы взорвали башню СЭЛ. Наверное, ты прав. Они ведут себя как животные. Никакого коллективного разума. Так где Альфа-Цеф? Оставь. Я окружен СЭЛ и бродягами. Пройди через моторную, встретимся наверху. Что-то у меня плохое предчувствие насчет всего этого. Так, это мы пока оставим. Взломать всегда успеем. Заброшенное место. Уже много лет как. Тип стрел. Да я думаю, обычные. Хотя давайте попробуем другие какие-нибудь. Чисто как термитные, допустим. Окей.
проще. Если что, за нами будет погоня. Мы отступим, их порвет. Хорошо, куда дальше? Ох, что-то у меня плохое предчувствие насчет всего этого. Не знаю, мно ли будет в закрытом помещении шарашить взрывоопасными патронами. Взрывчатка — это всегда плохо и шумно. Посмотри тут. Глубину-то. Патроны, еще труп. Так. Зачем мне навязывают именно какой-то новый тип патронов? Прям вот навязывают. Судя по всему, не допрыгну. Да. Ладно, уходим. Так, что-то я спешу. Да блин. Да. Ладно, это было совсем неудачно, я бы сказал. Я просто попытался найти выход из этой мини-игры, но его нет. Потише нельзя был, пророк. Я тут стараюсь. А то, блин, шарашишь ногами по дверям. Патроны. Гранаты. Гранаты у нас на G, все так же? Да, все так же. Отлично. Критическая угроза. Присутствие ксеноцепов в районе станции П. Выше. Так ты все-таки, у тебя позывной киллер или убийца? Не знаю, как-то локализация в принципе неплохая, но слишком много ляпов. Причем ужасных ляпов. О, перчатка, это хорошо. Я помню, любил это дело. Так, ну что, у нас, как обычно, многоуровневое помещение. Можно попытаться вообще незаметно пройти. Да, наверх. Мне, честно говоря, не хочется. Я лучше шороху найду. Сейчас подкрепление придет. Нам-то на руку. Там товарищ проверять пошел. Как вас замечать это так? Стоит на секунду высунуться? Ну ладно, окей. Готов. Так, все, уходим.
Дай! Получи. Так, там, похоже, кто-то вообще под землей. Свободен. Ну что, ребятки, еще кто есть? О, полно еще. Хорошо, идите к последней его позиции. Так, вот оно. Ну что, где-то там злопыхатель. Вообще, по-хорошему, надо просто мимо проходить. У меня нет цели убивать их всех. Но так хочется временами. Ты уже тут? Если тут, дело твое. Нет, под нами еще определенно что-то есть. Кто меня видит? Вот кто? Окей. Где он? Я его то ли не вижу, то ли он... А, я понял, вон там еще какие-то каналы снизу. Нам, пожалуй, туда даже получше было бы спуститься. Хватит уж, что кошмарить-то так. Ох, как нехорошо. Так, блин, неудачно я вышел. Давайте, знаете, я, пожалуй, спущусь-ка вниз. Что-то здесь как-то совсем плохо жить. Идут. Норм. Так, ну вот это вообще круто. Уровни очень хорошо продуманы. Спокойно, погони по пятам. Так, шакал, насколько я помню, пушка сильно так себе. Зато с рукояткой. Давайте попробуем. Это вообще дробовик, по-моему. Ну да. Сейчас начну стрелять. Идите и найдите его. Ой, да ладно, успокойтесь, ну. Они очень тупые, это их отличительная особенность, но при этом очень зоркие, на удивление. То есть сотни метров в маленькой щелочке, край твоей попы замечают и все, начинает шарашить уже со всех стволов. Так, и как мне туда попасть? На крышу. Это не то, что плохо, это просто особенность такая местного геймплея. Так, ну. Блин, в стекле застряло. Так, а тут уже я сам. Да ебану мать, что ж такое?
На, получи, ну. Капец. Как так можно не попадать? Это позор. Хочу назад свои стрелы. Да. Так, все, пора уходить, короче говоря. Ой-ой-ой-ой. Блин. Это может плохо кончиться. Япона, мать, что ж себя застревает-то, ну? Да, зря. О, хорошо. Слишком рванул вперед. Эту пушку надо было сначала обезвредить с помощью стрелы, я думаю. Да и найди его, пока не ушел. Ну, конечно, не ушел. Так, это мы, к сожалению, пропускаем, похоже, потому что назад я уже не пойду. Ну, ладно. Так, в этот раз, я думаю, более-менее нормально все будет. О, там уже кто-то пришел. Ну, ладно. Да, он перешел в невидимый режим. Блин, ну это комментарии эти, конечно, глупые. Тут никто не пришел. Вроде никто. Ладно. Пулемет я не возьму отсюда. Нет. Так, хорош. Небольшой передых. Ну, надо сказать, это было довольно непросто. Как бы там кто ни думал, но тем не менее. Надо привыкать к местной системе, просто что воевать далеко не всегда обязательно. Критическая угроза. Все на связи с сектором. А там уже пошла мяснина. Знаете, это же, по-моему, моя любимая пушка в игре, но мне ее нужен глушак, я думаю. А пулемет не очень-то нужен. Что? Что это было? О, япона, мать, что-то творится. Пси, что-то создает помехи, я попробую исправить. Что это было? Поверьте мне на слово. Так, я не могу посмотреть теперь. Визор не работает. А вообще с костюмом проблемы серьезные. Так, давайте переключимся на полуавтоматику. Еще идут. Минус два. Блин, ну вот эти моменты в поле, это, конечно, запоминается, да? Так, пожалуй. Давай, иди ко мне, сволочь. Блин, жутковато.
Сейчас найдем его, выцепим. Это мертвый уже, по-моему, да? Внимание! В зоне объявлен карантин. Все живые существа будут немедленно... Где-то там. Так, хорош. Маленько зарядимся, да на крышу полезем. Не вылезем. Ох, как. Так, пардон, не те патроны. Спокойно. Минус один, надо валить. Фу, так, что-то получается. Сволота. Да блин, еще идут. Фоном, мать. Так, надо валить. Что-то это все добром не кончится, я так понимаю. Страшновато. Все живые существа будут немедленно уничтожены. Я просто не вижу, сколько у меня осталось еще зарядов. Вот что самое главное. Ну это круто, это вообще, вот из-за этого трава просто в игре как отдельный персонаж. Тут ее настолько много, что бой совершенно по-другому воспринимается. Чисто на слух ориентируюсь. Ну, давай. До свидания. Внимание! Тяжелые потери в секторах 21-го порядка. Спокойно отдышимся. Так, там уже кто-то есть. Вон там. Тихо. Лежать, твари. А, сколько вас тут? Ну, давай, ну. Чё стоишь, втыкаешь? Надо валить. Их слишком много. У меня же патроны кончаются. Фух. Куда идти вообще? Идет. Патронов нет. Патронов тупо нет. Хорошо, валим. Они кругом просто. Выходите, поиграем, мерзавцы. Псих спасай.
Мне нужна минута, чтобы продумать отход. Получится свою минуту с такой-то пушкой. Ну? Так, ну что, ребята? Путь отхода право неприемлем. Еще? Альтернативы? Ты кто такой? Я не буду с тобой. Япона, мать, это может быть опасно. Да, кишки летят просто. Спокойно. Они не пройдут. Стоять. Давай быстрее, пожалуйста. Еще идут. Блин, да их тут. Давай, давай быстрее уже, ну. Крадется, смотри, засранец. Бежать, тварь. О, это что такое? Все, пора валить. Бежим. Ну это было круто. Вообще, я честно говоря думал, что мне хана. Ну, ну нам все-таки походу хана. Давай, псих, веди куда-нибудь уже отсюда. Бомбежка, что ли? Там уже сел, прилетели. Типичный прогон от центра. Не могу открыть этот туннель. И что? Да? Ну так я, блин, могу. Давай. Так ты можешь или не можешь, я не пойму. Как это локализация, честно говоря, не очень этот. Давайте, знаете, на этом мы закончим, а в следующей серии уже будем пробираться дальше. Довольно неплохо так события развиваются. Не могу сказать, что прям игра там какая-то дико очень уж крутая, но тем не менее достаточно приятно провести за ней время, посмотреть на красивый графон, не более. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующем. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.